15 августа. Последний контейнер вывозим, второй. Такая красота сейчас творится у нас дома. Когда-нибудь здесь будет красивый зеркальный шкаф. Так. Проход. Здесь тоже все голенько. Все в бетоне. Такая вот красотища, лепотища. Все сняли здесь, даже вот эту верхнюю перегородку сняли. Вот так вот. Тут. Эта комната, кстати, самая приличная. Ну вот меньше трещин, меньше как-то вот она. Менее безобразная, чем все. Вот. Косяк этот. Коридор. Вот что у нас творится. Отойди, Паш. Сейчас с перегородкой. Ее нет. Слушай, ну большой бы был бы совместный. Совместный, да. Но смысла нет. Ну, это неудобно еще. Да. Удобно. Вместе неудобно. Если бы было два санузла в квартире, то другое разговор. А так это очень неудобно. Конечно, конечно. Такая вот красотища. Все. Все такое. Раздолбанные. Здесь, кстати, стены покрашены. Еще неизвестно в каком году. Вот, это уже мы купили батареи, кстати. Вот, там вот инсталляция стоит, унитаз. Вот. Зал я показывала, вот выход в коридор, такой огромный получается. Вот. На балконе уже плитку отбили. Сейчас. Вот, видно. И вот тут у нас какое-то очень ужасное утепление. Непонятно что. Непонятно как и к чему крепится. Вот. Как здесь хорошо делали. Все видно. Вот эта вот штука. И вот так пока у нас сейчас все выглядит. Сейчас мы находимся в экспоцентре на Нахимовском проспекте. Зашли покушать в столовую. Здесь такое вот предлагают. Бульон с фрикадельками, салат, Паша борщ, куриные ножки и рис. И мы взяли компот из сухофруктов. Вот такая вот тут обстановочка, приятненькая. Вот варианты стульев для кухни. Вот этот вот диван нам безумно понравился, очень крутой. Вот так вот он отодвигается, все части тоже отодвигаются. А, ну здесь даже, мне кажется, он полегче, механизм. Смотрите, легкость открывания и закрывания зависит от доводчиков. От системы, да? Вот этой. Чем оно тяжелее открывать, тем доводчики лучше, чтобы вы не переживали, когда вы там будете уборку проводить, чтобы это все не приземлилось вам на голову. В прошлый раз смотрели вот эту вот кроватку со встроенными тумбочками, тоже с подъемным механизмом.
тумбочках есть вот такие вот скрытые розетки с USB. Вот видно. Задвижной ящик. Нельзя? Всякая красота. Вот, да, вот такие бы повесили эти штучки. Нашли вот такую вот красивую паркет. Кстати, это что, мы так смотрим, конечно? Ну, это, скорее всего, ревать называется. Доска. Очень красивый цвет, такой спокойный, не рыжий. Красивый. Тут вот еще есть более рыженький. Он более такой контраст. Это более контрастный. А этот такой. Он приятный, да. Выбора, конечно, много, глаза разбегаются на все это дело. Ну что, мы снова в квартире. Обещаю вам из этого зеркала, оставшегося в нашей квартире. Здесь уже углы заделали сеткой. Сделали штукатуркой. Здесь вот целый кусок прям. Сделали такую вот сеточку. И заделали штукатуркой. Здесь тоже уголь штукатурки. Так. Дальше. Тут вот один угол сделали. И тут вот второй. Здесь по-прежнему. Так, в большой комнате тоже углы сделали. Эти еще углы не доделали. Вот, заделывали специальным составом, который держит эти вещи. Так, в коридоре тоже заделали швы. Сняли металлическую эту арматуру туалета. Здесь теперь все открыто. На кухне поставили тоже эти в углах сделали, загерметизировали, в общем, все. Также все эти стоят направляющие. Завтра обещают начать штукатурить. Завтра понедельник, 24 число. Здесь вот опять какой-то непонятный добор из ткани. Выбрали пол, сейчас оформляем. Вот такой вот красивый дуб темный. Такие вот у него цены. Так вот все это выглядит. Такой вот красавчик у нас будет лежать в квартире. Как вам такой вариант? Нравится? Пишите в комментариях. Сделали бы вы себе такую инженерную доску. Идем в прямое включение из квартиры. Сегодня 6 октября. На данный момент шпаклюют все. У нас сменились рабочие. Это пошло на пользу. Двое рабочих у нас 2 месяца практически ничего не сделали. Зато один за неделю все уже прям хорошо вывел все уголочки, все стены у нас теперь почти ровненькие. Осталось сделать только верхние вот эти вот штуки, чтобы вывести, чтобы потом установить двери. Здесь вот таким вот образом все выглядит. Ванной, туалет будут заниматься в ближайшие 2 дня. Кухню, я думаю, завтра мы поедем подтверждать в Икею, вот, чтобы окончательно установить уже розетки, чтобы он мог сделать эту комнату. В общем, у нас тут такая вот красота. Уже вообще даже не верится, что
Совсем скоро мы будем здесь жить. Лишь бы успеть все закупить и поскорее въехать, потому что уже, конечно, хочется очень сильно сюда въехать. Шикарный тут балкон, прям вообще. Нам опустили сантиметров на 30 окна вот сюда вот вниз. Выглядит прям замечательно. Я уже жду не дождусь, когда будем отклеивать все эти пленочки, мыть окна, приводить здесь все в порядок. Ой. Надеюсь, когда вы смотрите это видео, мы уже доделали ремонт. И мы счастливо живем тут. Ладно. Это маленький кусочек из того, что я вам хотела показать сегодня. Очень надеюсь, что мы хотя бы максимум полтора месяца, и мы уже все закончим. Мы, по идее, должны за месяц закончить. Не терпится здесь оказаться. Уже когда будут поклеены обои, будет пол лежать, натянут потолок, свет, кухня. И наш диван для начала. Конечно, все мы закупить сразу не сможем, но ехать, конечно, хочется как можно скорее. Выбираем плитку. Ох, очень сложно определиться с фартуком для кухни. Мне очень нравится вот такая вот плитка, вот такая плитка. Но хочется вроде как что-то по классике поставить. Не знаю, что решить из этого. Вот. Ой, как думаете, что получится у меня в итоге, что я куплю? Пишите в комментариях, будет интересно, угадаете вы или нет. Так, для ванны смотрим плитку на стены, выбираем мраморную. Думаем между вот этим вариантом, вот этим белым и вот этим. Пока тоже определиться не можем, что из этого взять. Здесь вот смотрим керамогранит под дерево. Очень много вариантов красивых. Всякие разные варианты. Вот. Но мы пока остановили свой выбор вот на этом керамограните. Вот так вот он выглядит на полу. В принципе, подходит под наш пол. Боимся, что опять нас закроют на карантин, и мы не сможем ходить повыбирать. Поэтому вот так вот ночами, вечерами после работы приезжаем в магазины, выбираем. Нет, конечно, столько времени, сколько хотелось бы на это потратить, но хотя бы так.